Всем добрый вечер. Хочется чего-нибудь к чаю сделать. Сейчас возьму вот стакан манки. Так, немного сахара. Сахара чуть меньше полстакана. Немного соли. И стакан кефира налью. Сейчас размешаю все. Пусть манка сейчас набухнет, постоит у меня. Или полчасика хотя бы. Банка немного разбухла. И потом будем делать пирог. На вид как манная каша получилась. Но это еще пусть она постоит. Беру еще 2 яйца. Много соды добавлю. Солю. Сейчас обью. Перемешаю все. Добавлю муки. Здесь у меня 3 столовые ложки муки. Подсолнечное масло добавлю. Вот столечко. Чуть меньше полстакана. Хорошенько перемешаю. Смешиваю эту смесь с манкой, которая у нас стоит, с кефирчиком набухает. И так сейчас все тщательно перемешаем. Подготовим противень. Эту смесь выливаем в противень. И ставим в духовку при 180 градусах. Там передача. Пора проверить наш пирог. Такой он. Пирожок готов. Пусть немножечко остынет. И будем пить чай. Вот такой пирожок получился, манник. Сейчас будем чай пить. Нужно варенье добавить. Приятного аппетита. Всем доброго здравия.